Ребята, всем привет, вы на канале Никита ТВ Геймс. Каждую неделю нас, разработчики хищных тачек, радуют все новым трейлером, а это значит, что скоро выйдет, скорее всего, Cars Car 3D, новая игрушка, которую все мы ждем. Давайте вспомним, что было в предыдущих сериях. В прошлых сериях, ребята, мы с вами помним, что Гатора, автобуса, архивера похитили инопланетяне, и Битлик вроде как должен начать их спасать. Далее нам показали битву Битлика с первым боссом. В тот момент видно было, что Гатор сидит в клетке, и мы вот с этим катком, какой-то каток-муха, Битлик с ним сражался и должен был, по идее, спасти Гатора. И что, ребята, разработчики выпустили еще один трейлер, поэтому давайте посмотрим, что же было дальше. Интересно, Битлик спас Гатора или нет? Так, мы видим, да, ребята, смотрите, Битлик освобождает Гатора. Гатор, короче, доволен. И что они будут делать дальше? Так, Битлик нам говорит про НЛОшку, которая похитила Гатора, что он победил. А Гатор говорит, что надо какую-то ракету запускать. Битлик спрашивает, зачем? Гатор говорит, что ракета плюс НЛОха будет большой взрыв. Вот тут, ребята, непонятно, это типа будет взрыв, они Землю уничтожат, или типа надо уничтожить таким образом само НЛОшку, самих пришельцев. Битлик соглашается. Ну что, ребята, на этом все. Так что ждем, когда появятся новые хищные тачки. С вами был Никита. До скорого. Пока-пока.